Рыба стоит. Сопроты обязательно на всех должны. У нас два рестор друида. 100% сопрот. Жилья аппарата, заходите. Три роя. А, понял. Женек. Кул на Войда тоже должен быть хорош. Женек. Здесь. Еще раз я прослушал. Войд на боссе. А кто на трэше? Я на трэше. Окей. На пул на Войда должен гневный быть постоянно. Разберитесь, кто первого, кто второго, кто третьего. Сами. Даю проверку на баф на пул. Все готовы? Ход готов? Все, запускаю босс. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Крика на хп не хватает. Бросить ледяной стол. Женек. Смерть, ладно, более быструю, побудет. Чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через... Ваги не дали. Че я дам сейчас? И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Сейчас метка нахер не... Страшно переходить. Жалко, что я народ. В атаку! Эту цель. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель смерти. Лагдан, с такой раскол тебе проще. Каждый по одному, блядь, стакает и все, и там получается уже расколы будут. Диспельните Лара. Еще раз. Локи вынеси. Блять, что так быстро диспелить это? Хил мидзона. Не могу забрать, блин. Кость там диспел. ДД сдвигаете, мегазоны не прохилите. Там 2%. Уже 2% осталось, так что можете еще больше перебежать РДД. Или что близко бежать? Блять, перебегайте на перепад. Локи. Диспел. Давайте гимноману. Алдарам вынеси чему? Удар. Продиспельте тут что? Просто.
Просто диспел. Что, с меня диспел? Что, я заберу босс. Сфера долетает. Чё РДД делают, блядь? Скажите фазы. Сферу с меня сбейте. Сразу. Смените ауру на тьму. И осквернение. Осквернение 5 секунд. Вот подальше, подальше. Сошли от черепа нахрен. Давай сюда лечаду. Малому кругу залечу. Забирай пока. Звали буду, потом осквернение. Правая, левая сторона. Мало. Сохранение 5 секунд. Твой господин. Япончик, ромбик, ДЦ ромб. Ромб убивает все остальные два локи. Прохильте у портала локу. Подойди, Денчик, туда прохилит. Все, по боссу играем. Пока что. Сразу будет осквернение, потом только лайк. После осквернения будут лайки. Осквернение 5 секунд. Потом на крае, потом босс на центр. Вот подальше, подальше. На танке. Порталы переставите. Валик. Вальку подраем. Денчик рамбин. Там сейчас быстро пьем. Осквернение 5 секунд. Разбежались. Вот подальше, подальше. Бар. Все, босса на середину под босса. Вальки. Если валик осквернение будет. Все. Осквернение разбежались. Вот подальше, подальше. Черепа. Отойдите все оттуда нахуй. Валик бьем, там китоса прохил. Трусы, стан дайте. Добейте РДД трусы. Ты даже достаю. Стан, еще стан. Сквернение. Фаза. Куда сквернение? На край. Прохиливайте. Сейвы. Отдал гимн ХП. Все, забирай духу. Пол духу. Сферы, все РДД по сферам работают. Войда диспейте. Сфер будет дохуя. Не он и на... Пускай на мне и остается. Перебежите, милики. А пул только дайте. Не сорвать. Геркадро. Нормально добила. Все, сферу добиваем. Есть гимноману. Звездочку Понч. Поставил вагосе. Отдаю гимноману, отдаю. Все отдал. Перебежали, сферу добить. Сферу.
комната. Звездочкой все кучно. Руиды котаем, ханты, совы, бьем духов. Иначе, как и я, будете навек пробущены этим проклятым клинком. Стрета не растягивайте. Выход 2 секунды. Сквернение, смотрите. Вот подальше, подальше. Ты куда? Да, пацаны. Кто там получил? Ё-моё. Это пианист, блядь. Бля, у меня зависло. Отходим, отходим сюда. Давайте бьём. Эй, что там вроде спрыгнул? Да, ты стоп. Осквернение 5 секунд. Разбегаемся. Сейчас очень резко надо среагировать. Мать, на мне. Ой, бежали там. Бежим, бежим. Пойдет. Сейчас будут духи. Да пропадет это осквернение. Да, ну пропадет. Сначала комната. Трон портал вожу лича. Спиной сначала... духом стою. Не, этот же Найан, выйдешь с комнаты, дашь по мне БР. Блять, меня фризит. Не знаю, вставать, не вставать. Я сейчас посмотрю. Там есть кому хлопать. Фарада похлопаешь вместе с Талдарамом. Талдарам бабл нажмешь, духов получишь. Там духи прям над нами. В комнате бейте. Да, перепёт. Не сразу пойдут эти духи. Сразу бегите туда, в другую сторону. Талдарам умер в комнате. Зубы дадите по Войду. Бабл таунт у Раска. На лича. Зубы дашь, когда перед выходом с комнаты? Уже дал. Уже поздно, нахуй. Под бабл да, сейчас. Я прям секунду дал. Все, уменьшился. Войда, поднимайте. Жну МБР, дай, блядь. Духов, духов, духов. Прохил. Пока тут БР по Войду. Чего мозг есть БР? Давай, давай. Не надо, не надо, тот оставьте. Духи. Войд, ты берешь босса сразу. Вот подальше, подальше. Сквернение. Мне бафы дайте хоть какие. Тоже, да, по ДК каску. Два ДК бафы. Ледяная скорбь жаждет крови. Ну, она в комнате не ткните. Не, добегайте до звездочки. Долго бежите. Осторожно, впереди не забегайте. Нормально за звездочкой побежали. Стенки жмемся. Стеночки бежим. Все, пробежали вперед быстро. 3 секунды выход. Сквернение, только не в этом. Он спрыгнул. Нормально. За спину, за спину, за спину, за спину. Один друг. Нормально. Духи приводи. Смотрите осквернение. Следующее будет. Осквернение 5 секунд. Подходите, ребята. Вот подальше, подальше. Никитос. Идите, идите. Еще босса. И всего лишь
Жена над кием. Я помогу. Там 5 лямов просто. Сейчас главное не умереть в комнате. Все, сбежали все звездочки. Тэлы дайте. Обратно. Левее там держитесь. Выбегаем. Все к стеночке жмите слева. Все, звездочки пробежали вперед. Пробегаем, пробегаем дальше. Выход 5 секунд. Смотрите, осквернение не запарите. Последнее осквернение. Броня. Крипов нету, яра откатилась, нет? 5 секунд. Дойдите. Яру. По времени еще одна. Уже все. Все уже. ГЦ. С каждым разом все лучше и лучше. Я всего там за потери, блядь. Кто там сдох один раз, так лучше. Танка упала, в комнате сдохли, говорит, каждый раз лучше. Ну, в смысле, меньше времени потратили на убийство. Раньше давали Геру еще одну комнату. А сейчас просто... Ну скажи, ты, блядь, не видишь комнате, где ты бегаешь или что? Чего ты бегаешь вообще отдельно? Короче, общий забой. Ходишь в комнату, реально ходишь. Это общий? Не знаю. Ты отлично их. Миша, у меня немножко другие циферки. Ну скинь-то что тебе? Больше похоже на правду. Да, вот этот у меня. Как я и рассчитывал, тебя следует наградить за этот невольный подарок. Хуй знает, как на нем ДПСик, только стаки накопишь, комната нахуй, стаки накопил комнат. На да. Этом там стаки не накопишь. Это, наверное, еще можно РДД. Не знаю, за ММ вообще интересно, успевают люди хотя бы, там вроде поменьше копить. Вы сильно быстро духов убиваете, так бы хоть бы можно было стак поддержать. В смысле быстро? Взрываются? Нет, они не долетают даже до земли. Разбить эти оковы. Ага, где ты нашел мастерство? Вот у тебя штаны и что еще? И печать. Нет, у него нету печати. Значит, кольцо. Кольцо там вроде у него. Символ же есть. 10. Да нахуй символ. Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Я просто не вижу его шмот, ПВЕшный. У него полупачный шмот. Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины! Не, ну мне понравилось, как со символом молотки лет. Ох, дай ну бы. Там нужно 6 молотков больше всего получается. Ну, длинный есть, можно. Ну, как бы молоток с 4-го места поднимается на 1-й тир. Нам бы еще хотя бы кота какого. Я на Сову могу зайти, если вы били вчера Джейна. Да, настал. Я спрашиваю, чтобы ты понимал, было 2 друида всего лишь, и то 2 рестора. А не, один рестор, один клод.
Раска, что, тебе маны хватает на весь бой? Видишь, у меня фул. Глора ярко. Открыли, я думал, сундук? Хоть бы сейчас не две глоры упало, блядь. Я на это... Открыли, нет, сундук? Просто сейчас-то Талдарам заберет. А если бы была вторая, было бы один. Чего ты уверен, что он заберет? А кому? Леха заберет, надо. А мне что, нет? Аркус. Глора. Так ты себе ШМ делаешь? Или ты как Аскелон? На танка Глора. Так, Глорус. Непобедимого паролем? Я потом разролю его так. Так, печеньку. Кто там? Воин, охотник. Пухан воздержался. Так, дальше. Героическая. Воин, охотник. Так, пароль у нас. Глор-то хоть нужен кому-нибудь? 99. Так, Глору себе забираю. Так, по воде непобедимого никому не надо. Аркус. Япончику на лавспек даю. Так. Чё, по воде никому не надо, да? Давай паролем. Всем надо. По воде надо, да, паролем? Я инспек нажал. Я тоже вообще-то мой инспектор. Паролем, паролем. Давай. Кидай. Сейчас, подожди. Так. Рольц. Серьезно. 95 Никитос. Ага. А что, Гродисер, Рольсти, да? Или забрали? Мало-то ролить. Кто-то мне ролит. 95 Никитос. Не надо нихуя ролить, нормально все. Никитос выродил, да? Да, 95 у него. Ближайшее 90 у япончика. Кто на Джане ни разу не был? Есть такие? Кого не было на Джане никогда? Оду все были. Гена, распредите на Джайну ты. Сиска даже. Драгонсон нужен. Поменяй на кого-нибудь, все равно на этот сундук, если что, зайдут. Мне нихуя не надо с Джайна, вместо меня на сундук зайдут. А, осколок. Меняй на Мелика. Какой Мелик хочет идти? С Джайна осколки не падают. Да меняй кого хочешь, типа. Кого тебе выгодно, чтобы убить Джайна, того не меняй. А че, выдается за убийство Джайна, а не за убийство? За убийство, да. Ну, тогда мне тоже нихуя не нужно. Роги, чтобы было все по-честному, Рольц втроем. Ничего не нужно, убей и уйди. И все, Вервольф, ну, тогда выходишь. Драгонсон вместо Вервольф. Ага, Пухан, то есть ты хочешь вообще офигеть? Кайфолом. Постоянно приходишь под конец РТ. Да, у меня сундук. Есть маунт, спасибо. Здесь, я же рассказываю. Меня не услышал. Стыкайте. Чего метательное не показывается в луте? Ну, а, потом... показывает. Можешь у меня посмотреть. Вагас Монс. А, как. Ладно, Вервольф, заходи обратно. Фетиш кому-нибудь нужен?
На присутствие, чек. В ДВ фетиш, блять, уже на третий спект забирают. Чё, мне не хватило, да, гарантель служить? Хилы, япончик, мосса, луна, денчик, череп. Простя, звездочка, и получается мосса, трусы, женек тоже в трусах стоишь. Дальше адмирал, череп, разгорн, луна, Жунен, звездочка, девка, череп, Дарки, звездочка, Локи, луна, Розелина, трусы. Пока тут в уме. Дальше. Никитос, звезде, Проня, в трусах, Талдарам, луна, Враск, череп. Ход, череп и Элрей, череп. Дальше провокатор, звездочка, Вервольф, луна и Пухан, трусы. И нужно будет поактивнее закрывать милики метеоры, потому что РДД всего 8 штук. А я в ДД? Нет, Dragon Center в танке. Ты, ну... Ну, ты будешь Жанну на третьей фазе танчить. Да я сам потанчу, это чтобы он 100% не сдох. На переходе второй фазе не прожмёт. А где ты Талдораму сказал быть? Напротив Враски. Войд, потанчишь, короче, больших мобов, Драгонсен поводит, я на понял, я хотел вычислить, а в луне ты сказал, угу. Ну... Че, можно похавать там бафы? Спроси Талдораму, короче, я уже забыл, если честно. Я ты спрашивал, куда ты его ставил. Ладно, стой ты в луне, а Талдорам в чире. Может быть так. Рыбу ставлю. А я где стою, япончик? В луне. Чё сказали здесь? Не нужно. Ты поводишь больших, пособираешь стаки, позакрываешь порталы Dragon. Да я понял. Сколько там стак? Над рыбой. 25. Это дальше. Войд на этих, на больших, я на Джайне. На ласт фазе я на Джайне буду. Я на Джайне буду. Если у меня будет фризи, то тогда ты... Мосс разве? Войд на Джайну встанет, я косты позбиваю. Ростор друида, давайте, получается, пока тут в луне, мосс в трусах. Я мог перепутать. Там просто ты это переспрашивал пока тут. Локи, раздайте СС-а. Угадайте, кто сдохнет, тому и дайте. Там только сразу не кидайте, потому что третья фаза не обновляется. Перед второй фазой получается. Женьку дайте. А что ты, Лёх, не освещаешь? У Женька не пытается, так что не давайте. У тебя эти плечи там куда-то. Ну там как раз, Денчик, если ты кидаешь, кинешь перед, получается, перед второй фазой, то первый купол как раз там. А если с пула, то он прям перед куполом откатывает, и ты не успеваешь перекинуть. Я по мосе кину СС. И забираю я второго, да? Напоминаю, основные нюансы. Первая фаза. На шторме разбираемся. Вторая фаза. Метеоры закрываем, дебафы выносим, чем дальше, тем лучше. Розелина, с тебя замедло. После второго коллапса лучи сразу идут, милики не подбегают. Дальше. Третья фаза. На лучи отбегаем, петов отзываем, блять, всю эту херню отзываем на ласт фазе. Дамажим, на лучах отбегаем, на натиске тоже отбегаем. На куполе, блядь, все бегают так, чтобы выжить, а не так, чтобы фир словить. Надамажить у нас и ханты, блядь, надамажат, совы и локи. Так что хватит их дамага там, в принципе, быстро это. Ну и все, в принципе, больше ничего сложного. Пафа по паладинам дайте. Так как я на лекарь таймер запущу, если что. Кристобаб, да?
Женек, Талдарам, Денчик. Запускай. Все, запускай, иду. Сопроты выпить. Если у кого-то нет. Если Фарада сдохнет, если Фарада сдохнет. Фарада здесь нету. На адмирале. А, он на адмирале. Это, бля, будет самый бесполезный мах, который есть. У кого, напоминаю, у кого-то 5 стоит. Окиньте, ну, этот макрос на купол. Он там по-другому теперь называется. Не купол света, а как-то по-другому. Щит света, по-моему. Щит света. То есть, если у кого-то, ну, старый стоит, поменяйте. Там же просто кнопка клик. Экстра активити. Он же просто прописывает слэш каст щит света, правильно? Да. Не купол, а щит. А там ДБМ, если что, запустим. Видно, нет? Да. Разбежали шторм. Нахуй я буду отчить! Не вставайте в локовский портал, пожалуйста. Дракон, подходи, забирай. Я ждал, что шторм. Ты не на дамаж или? Тебе пофиг, ты можешь бегать на шторме как хочешь. Ему-то пофиг, а те, которые рядом... Там один человек, и что рядом будем, квест. Я ж бегаю. Главное, что стаки не проебываются, быстрее собираются. Быстрее первопазят. РДД свечнулись. Нахуй я буду отчить! Разбежали шторм. Разбежались. А у есть топнуть все. Добей. Перебежали на другую сторону.
Шторм на сбежались. Свечный сердце, да. Разбежались. Женуэн, отдавай БР сейчас. Катя для ласт паузы. СС по мосту даю. Да, сейчас давай. Не убейте чародейска. Стоп, не целый я. Ну это пиздец. Забирай следующего. Кот, которого больше кто. Шторм. Разбежались. Куда гроза? Да, ты 4. Захитись. Сбежались. Нахуй я буду лечить. Все, РДД... Нет. Собирай, тут еще есть все. Все, РДД свичнулись. Okay. Танки пополам больших разберите. Маленьких слейте, у которых мало хп. Все по меткам по своим разбежались. Прожали кнопку. Лучи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Метки. Метеоры.
Лучи. Забери. Давай по новой, Миша. Метки. Сейчас будут метеоры, после метеоров сразу поползу. Беги, сука, беги! Дайте сейвер. Нужно бафы какие-то, короче. Пороги дайте рыбов. Лучи. Давай по новой, Миша, все ты. Метки. Я не могу забрать. Метеоры. Закройте там метеоры. Лучи. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Метки. Беги, сука, беги! Метеоры. Ползу. Сразу будут лучи, милики не подходите. Давай по новой, Миша, все хуйня. Метки. Метеоры. Вот. Лучи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Метки. Метеоры. Смысл есть поднимать или нет? Нет. Думаешь? Там танк и милик. Если ты будешь танчить, поднимать смысла нет. СС накиньте, у кого есть. Джайна танчит пианист. Скажите, как ХП полетит? У меня на процентах стоит. А ничего, что там лужа? Лужи. Они, кстати, бьют. ХП пошло? Пошло. Да. Да, уже. Натиск. Метки. Ханд, Артис, Гекка, Адмирал Фон. Разбили метки. Луч. Фак, демона убери. Лок, убери пэта от Джайны, напасись себе. Буря, просто же, наверное. Метки. Уже, наверное, Никитос, Адмирал, Даркис и Панч. Разбили метки. Локи, твой пэт нам сейчас Джайну с лучом убьет нах. Убери свой пэт. Геру дайте. Отозвал, отозвал он. Буря. Просто адмирал.
метки. Рост, япончик, пухан, бервуль, жнёк. Блять, ну ты чё? Разбили. Прыгнул? Начал. Купол 8. Вечер нормально отбегите, буря. 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 Купол. Пиздец. Сразу. Сфер только не ловить. Еще один. Еще один, блять. Вы нахуй фир ловите. Вы, блять, выжить просто не можете побегать, блять. Смотря на Джайну, блять, или что. Кого СС висели, не? Ловит. Прием, блять, весь чат, напишите, на ком СС. Мой на мосе был. Можете Берби и Дончик отдать. Натиск. Дончика, натиск. Все пизда. Все пизда. Я даже не хотел. Ёпси. Ой, блядь. Не, ну это как на куполе просто дохуя упало. Это ГП, да, ну. Вот как можно было, сука, Проне, блядь, Коту сдохнуть на куполе, пробежа столько времени? Как можно, блядь, Джинуэну, сука, сдохнуть, блядь, с пула, Даркесу, блядь? Вы нормальные вообще? Без вас мы не добьем, блядь, вы единственный РДД, блядь, здесь. Я, блядь, сказал просто, блядь, выжить. Нахуй не мешь, не бей, блядь. Разобьют и без тебя. Сейчас подойду. Жан, блядь, заебал. Пиздец, дайте Джекс. Салам алейкум. Два паладина, блядь, отлетают на фронт. Дайте респа адмирала, у меня не появилось. Со второй фазы, блядь, минус два. Неужели сложно, блядь, заранее до купола разбежаться, блядь, приготовиться к куполу? Там еще столько времени было, блядь, от купола подготовиться, что пиздец. Там еще буря была перед куполом. Ладно, я понимаю, если там метки, блядь. Ну тут, блядь, буря перед куполом. И сдохнуть сразу же. Вы, блядь, не ориентируйтесь. Вы не видите, блядь, где шипы появляются. Или что вообще? Я хуй его знаю. Не знаю, метки для нас сейчас самые изи, по-моему. В таком рейде. Да метки похуй. Кто продаст оборот? Рена, вроде, блядь, нихуя сложно. Пиздец. Два, блядь, паладина просто отлет. Меня вытянуло. Заходи еще. Да, Гана, ты что, кнопку не прожал, да? Да, она у меня не прожалась. Я, в смысле, ее нажал, у меня подлаг случился, и все, она, блядь, не прожалась. Он как только появился у меня на экране, у меня
сразу сработал макрос и все. Кэтс. На куполе, блядь, никто не должен сдохнуть. Япончик вообще охуенно. Угу, ты писал, людей вылетел. И без ДЦ, охуенно. Розелина готов? Да. Сейчас запущу босса, три роги дайте со почту большого. Боссу. Я также помочь сюда, МСС. 30 минут же хватит сопрота, да? 15 минут. Минимальный бой с боссом. Это минимальный. Значит, на 2 хватит. Нормально. Вам не обязательно стоять там, блядь, в этих метках перед куполом. Вы можете немного левее, правее взять, так как вам выгодно. Вы один там, блядь, или вдвоем. Главное, блядь, не ловить фиры и подбивать катализатор. Но если, блядь, не умеете вообще подбивать катализатор и при этом дохнете, то лучше не бейте. Танком, блядь, разобьюсь. Будем больше бегать, но зато, блядь, танк разобью. Элрей, если на тебе дикое пламя висит, не беги закрывать метеоры. Я в последний момент понял это. Да, там отставание будет. 3-4 секунды раз. Вроде на пол дайте кто-то. Нахуй я буду отсюда! Джай. Больше агроблосс. Просто так ловит, говорите, чтоб засейвили, блядь, перед коллапсом у вас. Нажай, но не надо вешать болты. Нажимаем тяка. Бей трэш. Чем больше урона... Он скач копит. Дотами. Он на трэше какой бот. Трэша до хуя. Больших он видел сколько? Больших. Нахуя буду отсюда! Ну, Синга и Шторм. Разбегитесь. Да, это шрот только второй каст был. Не, я просто сидел пуш, пока его запускали. Нахуй я буду отсюда! Стоп, налил ешку, а то, блять, моб слился. А чего портал не закрылся? Отвели, потому что в самый последний момент. Поэтому он не закрылся. До сих пор. Че тебе хуже? Разбежались. Можем поменяться с тобой, пока что, слышишь? Ну, Синга и Юрю. Лёха. Зачем? Не надо. У меня фул тоже не кинется. Сбежались. Чем быстрее порталы закрываются, тем меньше меня пробивают. Так сейчас не закрыли уже. Ну затаунти на себя босса, дай прожить. Сейчас затаунчу. Нахуй я буду отсюда! РТД свичнулись.
если будет сильно пробивать, скажешь, заберу обратно. Нахуй яду дротить! Да все, он, в принципе, один закрыл, не все разбирать. Разбежались. Разбежались. РДД свечнулись. Следующего большого заберешь. Вот вышел. Перебежали РДД на другую сторону. По-моему, третий каст был, разбежались. 12 секунд. 2. Опоздание на пару секунд. Шторм. Провокатор, зачем ты добиваешь здесь Мали? Сбежали. РДД свечнулись. Нахуй яду дротить! Разбежались. А тут раньше идет. Точнее, тайминг неправильный. Раз. Еще 20 секунд. 15. Нахуй яду дротить! Вот сейчас разбежались, по-моему. Правда, неправильно. Запоздание на 5 секунд. 45 секунд. Разбежались. Разбежались. Свечную сразу, да? СС-у раскидайте. Я на мосу даю. Япончику даю. Все, разбежались по меткам. Никитоса защитите. Не доставал. Прожали кнопку.
первый БР будет. Получим. Давай по новой, Миша, что ты делаешь? Метки. Метеоры. Замедло дайте по боссу, лучи. Давай по новой, Миша, что будет? Сейчас метеоры после метеоры, а метки. Потом метеоры, после метеоров сразу поползу. Метеоры. Беги, сука, беги! И ползут. Сейв дадите чё? Лучи. Давай по новой, Миша, что будет? Замедло. Метки. Метеоры. Лучи. Давай по новой, Миша, все будет. Метки. Забери. Сейчас. Метеора. Ползу. А нет, не ползут. Рога один, что ли? Сразу будут лучи, милики, не подходите. Сэвы опять дадите. На Розалину дай. Дай на Розалину дайте. Лучи. Дед на жертвенности, блять, по Розалине. Метки. Метеора. Лучи. Давай по новой, Миша, все будет. Метки. Метеора. Повезло. Че, будем БР давать? Да там 6 КДПС, блять. Ну, это демон. Сколько он сбросил? Кстати, по-моему, один. Верим, есть хули. Волоку давай дадим. А, 3 демона, ну тогда ок. На этом, на мой CSS, пока тут давай БР. Скажите, когда ХП какой полетит. Димаш? ХП когда полетит, скажите. Летит. Огонь дамажит, аккуратно. Дима на ману еще есть. Повторю, Дима на ману. Луч. Буря. Даркис, япончик. Натиск.
Буря. Розелин отбирал. Метки. Ставьте налет ауру. Огонь стоит. Разбили метки. Натиск. Быстрее, глыба. Геру дайте. Буря. Жена ход. Натиск. Медикам похуй. Череда. Десять секунд. Готовьтесь, купол. Буря. Буря, буря. Разве 2 секунды, знаю. Купол. Купол. Купол не перерисовался, аккуратно. Это мы про не сейчас засрали, потому что бежим сильно вперед. Надо посередине бежать. Я видел, как он пытался шипы обогнать. Последний катализатор остался. Охуенно. Фонтабль. БР по кому отдадим? По Никитосу? Да, по Ханту. Луч. Косты. Буря. Локи, адмирал. Беги! Натиск. Правильно. Луч. Буря. Женек просите. Что, сдох? Что? Луч. Ну ты забазалась, что ли? Ну ладно. Луч. Она пытается. Двое ставок на себя босс. Угу. Хуярьте уже. Натиск. Сейчас натиск. Буря. Жена пока тут. Лям, перть.
Лучше. Уже похуй. Ага. Отлично. Фух. Бля, ты видел, как я лучше ее разводил, сука? Это пизда. Жесть, сейчас даже заходить на землю, то, что ты 100% умрешь, но луч хороший. Как бы знаешь, 50-50 норм. Да поражение. Сейчас осталось еще багруху с квеста вытащить и нормально же. Да под прожимками сложно. Кого есть? Кому итемку отдать жаль? РДД. Давай мне. Давай япончику. Ты хил, мейнспек, зачем тебе? Ага. У кого есть квест? Я раньше времени. Я выполняю сейчас квест на душ. Души сделаны у вас? Нет. Я уже осколки собираю. У меня уже несколько штук есть. Так а чё вы без души говорите? Да ну тогда япончику дай, если он уже не ложит квест на кол. А, у Даркиса тоже. Япончик заберёт, Даркис. Даркис ещё не заслужил. Если все, откроешь, заберешь их. Откроешь, откроешь, нет. Откроешь, нет. Сейчас арестую. Открывать можно? Ну, у нас никто не заходит. Все, тогда открывай. Открывай, забирай темку. Цветение упало, вау, вау. Конечно. Забрал. Сейчас паролим цветение. Уже же много. Какой ролим? Смотри, сейчас обиженный вар там будет ролить, блин. Смотрите, там. Да я откажусь от него. Лемов вообще. Это шаг. Он говорит. Тебя приора 34. Амир, я не буду брать. Меч станет. Бля, адмирал будет эту шапку брать? Он не возьмет, там Джужин заберет. Да. Блин, Ген, по-моему, мне кажется, тебе проще было бы взять, а потом бы чест забрать. Не. Смотри, он как узнал, что нам не требуется больше. Ответишь? Откуда адмирал столько ГП здесь? Он там палку брал на этом, на прошлом КД. Он с нами в рейде ходит. Полтора ксаря, которая? Да. Есть. Чё за херь? Бой висит? Нет. Нету. Может, тебе баг на слуп? Ещё раз. ГЦ жужжу. Хуя оно стоит. Только сейчас просто заметил. Сколько глора стоит, столько он стоит. Нет, он просто 37, нихуя себе. Весь лут Джайны стоит примерно как тринька минимум. Да бой. Да бой. Да бля. О. Войд 99. ГЦ. Так, а какая третья шмотка была? Цветение, капюшон. На шамана штаны. В принципе, лут наконец-то нормальный стал дропаться. В принципе. Кто выиграл? Войд. Лёх, не забудь хипа на чуть. Зачем?
Да, Мира, зайду сейчас. Так, 12. Босс. Да, какие 12? 3200. Жайна. Никто не ливает. Сейчас поднимаю. У меня на ребрение было из-за приход. Приход не счастлив. Это вместе с приходом черкнул или это уже без прихода? 3200. Без. Без? 200.